Погнали, ребят, дальше. Привет всем, кто только подошел. И, собственно, продолжаем. Ballet Girl Фантазия. どの章から始めますか? Окей. Let's go to the next chapter. Так, у нас следующая глава. Направиться в другой мир. Окей. Мы, члены клуба Рейнджер, клуба Рейнджеров, вернулись обратно в Мисакимори для того, чтобы собрать этой провизии и для предстоящего боя. Ну, до того, как мы это осознали, врата в Мидгард с Мерина на другой стороне исчезли. Я была очень сильно расстроена, когда это случилось, но благодаря Цукино и Минаги мы смогли вернуться обратно как-то. その時の状況はこんな感じ. Все было именно вот так. Ня! Мы вернулись обратно в Академию Мисакимори. Хорошо, пришло время принять ванну и сделать быстрый перерыв. Сорян, нужно на текст смотреть. Так, мы пропали на 4 дня. Наверное, тут была настоящая паника. Итак, как мы собираемся объяснить все это госпожи Хошикава? Ну, я думаю, что мы постараемся изо всех сил объяснить все. Кровью, потом и слезам клубная встреча должно быть уже закончилась. Да, довольно отстойно то, что мы ее пропустили. А то. И после всех этих проблем, через которых я прошла для того, чтобы приготовить большой сюрприз для церемонии вступления в должность, залог. Странно. Занавес спортивной встречи все еще висит. Я не могу себе представить, что они просто забыли снять его. И кроме того, время на часах кажется каким-то странным. Стойте, это препятствие, которое мы установили для нашей особой тренировки. Это означает, что именно? Есть вероятность, что время тут вообще не прошло, несмотря на то, какое долгое время мы отсутствовали в другом мире. Если смотреть на часы и сравнить его с тем временем, что мы провели в Мидгарде,
то разница в том, как время проходит, 100 к 1. Да, разное время. Так, this game become decent unlike the prequels. Yes, I think so too. Finally, finally the plot was appearing. Так, я поняла. Это то же самое, что в историях об Урасима Таро. Реми-сан, Урасима Таро-сан то ва хантай де, ватасутачи но секай но джикан га зэнзэн кэйка шите наи митай десу ё. На самом деле все наоборот по сравнению с тем, что случилось с Урасима Таро. Время в нашем мире, не кажется, ни на чуть... Нет, время в нашем мире, кажется, ничуть не прошло вообще. Разница во времени поставили нас в ужасное положение. Это означает, что у нас только 5 минут, пока мы не должны вернуться обратно и встретиться с Силой, как обещали. Ну, за 5 минут мы ничего не успеем. Так, девочки, разделитесь и соберите столько снаряжения, сколько вы сможете. Нельзя тратить ни минуты. Не может быть, врата исчезли. Даже 5 минут не прошло, почему они были закрыты? Похоже, они решили решить все самостоятельно и закрыли врата. Честно, после того, как мы были уже вовлечены во всем этом, вполне естественно, что мы должны довести дело до конца, не, Май? Что же нам делать? Мы должны помочь Сильвии и всем остальным. Расслабься, Хинамото. Мы это планировали, не так ли, Цуки? Сария не азукета смахо. Дитсва чотто шита сайку о шиконде ойтан да ё не. Верно. Я установила небольшой трюк в смартфоне, что дала Сария. Аламу но мелодии во Сария но джумон ни каете ойтано. Джикан га китара, зидоуде джумон га нагареру ва. Я поставила... ну, будильник, чтобы записать заклинание Сари. И он должен включиться после того, как пройдет немного времени. Хорошо постаралась, Цукио-сан. Another DLC? What do you mean? Вот как мы вернулись обратно в Мидгард. Благодаря смартфону, который поднастроила Цукио, мы смогли проследовать за Мириной и за всеми остальными после того, как они пошли в Хелкейм. И таким образом, мы все воссоединились снова. Хорошо, а теперь вперед и давайте обыщем башню вместе. Вперед. Опа. Что? Где я? Кажется, я потерял сознание. Это понятно. Я сейчас нахожусь внутри этой странной металлической коробки. Ай! Оно остановилось. Не знаю, кто водит. Но мне лучше найти шанс убежать. Дорика, шабель демо дашта но кана?
Ну, дара шинай на. Передний люк открыт. Кто-то взял лопату или что-то подобное? Господи. Вот ленивая задница. Они должны были удостовериться в том, чтобы закрыть его. Так, DLC Volume 1. Так. Поменять. Так, Некотян, иди лесом. Вот так. Возьмем прокачанных персонажей. И во-вторых, и в-третьих, надо поменять оружие. Мне нужен. Элда Академия. I wanted to. Так, ладно, ребят, давайте еще это задание и на сегодня, наверное, закончим. Мы уже сколько стримим? 6 часов. Нормально. Что-то активировал, что ли, что-то за дичь? Или это... Это очень странная дичь, я впервые такое вижу. Ну, кстати, это первый за всю игру.
名のもとに契約を履行せよ。我に従え。それ以上はダメよ。気持ちいい。Тут надо что-то посильнее. Метровый постер с Евой, в смысле? Посмотрим. Класс. Мидогарда のために私は戦います。Я попытался его сохранить, у меня комп завис на секунду. Вы, наверное, только что слышали. Ну, действительно, что добру пропадать? Нормально, нормально. Топчик. Комп, отвисни. Что-то у меня ОБС начал глючит и терять кадры. Вроде бы успокоился. Так, ну все, изи. Время много. Год шестой. Нравится мне это, Сильвия? Кстати, давайте с ней поиграем потом. Это самая внутренняя комната? Большая? Тут ничего нету. Тут повсюду одни развалины, обломки, щебень.
Нюх-нюх. Тут что-то есть. Посмотрите там посередине, наверное, имеется в виду. О, там дракон. Это остатки дракона. Ой, нет. Лого. Это остатки драконов? Да. Он, наверное, оставался тут для того, чтобы охранять яйца. Постойте. А яйца-то в порядке? Яйца. Они все разбиты на куски. Означает ли это, что святой дракон был уничтожен? Так, постойте, здесь тел нет. Это означает, что они все вылупились. Постойте. Тогда означает, что тут у нас куча святых драконов тогда? Так, подождите секунду. Раковины яиц. Тут какие-то знаки. Признаки того, что они были... Что тут были девианты. Что? Святые драконы девианты? Это как-то страшно даже. Эй, кто там? Вы сделали это? Я ждал от тебя. Я подумал, что этот шум снаружи. Должно быть, это ты. Сестра, ты жива? Ладори, что ты тут делаешь? Ой, Ладория, а я думала, дракон тебя зажарил заживо. Мы, темные эльфы, можем быть довольно живучими. Так, постой, неужели ты пряталась в багажнике ПТР? Совершенно верно. Похоже, вы меня раскрыли. Вы со святым драконом? Обеспечьте ему безопасность. Возможно, он последний своего рода. Ладория, не говори так, иначе ты расстроишь Учиби. Сария, ここに来ても思い出せないか。Сари, ты все еще ничего не помнишь, даже после того, как вернулась сюда? Ладория-сан. Ладори. Это место, где... Это место, где... Обытаемся. Оно же сайно стендограс десне. Я узнаю его. Оно из той... Брамельной... Стеклянной витрины. Что было в крепости. Да. Это место предсказания, где король смог раздобыть яйцо дракончика. Он и его люди сражались против бесчисленное количество девиантов. И в конечном итоге они... пали. Король доверил одному из своих солдат яйцо. И сказал... Нет.
и сказал им убежать обратно в Мидгард. Однако черный как смола дракон ждал их. Он пошел за яйцом через врата в Мидгард. Мой отец, а что случилось с моим отцом? Я не знаю, что стало с королем. Но есть одно, что я знаю точно. Вы не подчиненные орков. Мне жаль, что я сомневалась в вас. Почему ты и мой отец открыли врата? Чего вы боялись? Ладория, пожалуйста, расскажи нам. Что мы пытались сделать? Действительно, вы все имеете право это знать. Ладно. Что за... Это... Чё это? Это босс какой-то. Король. Ну окей, продолжение следует.